Thank <laughs> you. продолжаем читать четвертую книгу царств. Разные дела правления царя Языки. И в прошлый раз мы остановились на том славном эпизоде, когда к стенам Иерусалима подошло войско сирийского царя, и некий один из полководцев этого войска имени Рапсак хульно, лживо, но дерзновенно и объективно, вроде бы даже трезво, говорит царю Изики о том, что он напрасно надеется на Бог. Если хочешь жить в этом мире, ты должен иметь много друзей и много силы. Вот связь с Богом тебе ничего не даст. Мы читали эти слова в прошлый раз, и вот царь Изики, подавленный, расстроенный но он идет в храм, он праведный царь, честь, хвала и вечная слава этому человеку, он пошел в храм. Если кто-то слышал речь Рапсака в своем уме, если он слышал эти расслабляющие, эти э, острые как бритва слова, которые отрезают от меня надежду, убивают вовне в меру, то вы знаете, как трудно выслушать эти слова ⁇ пойти в храм ⁇ Потому что объективность этого э -э, свидетельства, она придавливает любого человека к земле. Разве мы не знаем, вот э -э, нам все-таки легче, мы христиане? чем из Икеи. вспомним и Иисуса Христа, его искушение. Это ведь рабсаковские искушения. Ну, в смысле, тот, кто искушал Христа в пустыне, тот и говорит устами рабсака. Когда Христос в пустыне истомился, когда он взалкал, Ему явился сатана и сказал, повели, и эти камни станут хлебом. А Христос говорит совершенно безумную вечную, ну цитирует второзаконие, не хлебом единым жив человек, но каждым словом. Ты о чем, Господи? Ты же умираешь. Надо съесть хлеб, надо съесть хлеб» иначе ты умрешь. А он говорит, нет, жизнь зависит не от хлеба, жизнь зависит от слова, которое изрекает Бог. Мы очень далеки от Христа, и хотя причащаемся его к телу и крови. Между нами огромное расстояние, но у нас, по крайней мере, есть такой образец, мы, по крайней мере, знаем такого человека, который после 40 дней голода смог так сказать на вполне трезвые и объективные мысли сатаны. Сказать, что жизнь моя зависит не от чего, не от болезни или фашиста, от политика, от вора, от убийцы, от э, чумы или голода. Жизнь моя зависит только от того, кто мне ее дал. Как, как трудно это сказать. Тогда, когда тебя искушают, когда мы лежим на диване, у нас изобильный полный холодильник, полный сейф, дети здоровы жена здорова, родители здоровы, друзья звонят, работа обеспечена на 120 лет вперед, тогда, конечно, хорошо сказать, хорошо размышлять о том, что Бог упование мое. Но когда у тебя отняли все, как у Иова, сказать Богу, что ты моя надежда, и я все равно не перестану верить, что ты моя надежда, вот тогда это стоит дорогого. Изекия пошел в храм. Пошел в храм и возносит там молитву, молитву Богу, потому что Он действительно праведный человек. И взял Изекия письмо из рук послов и прочитал его и пошел в Дом Господний, развернул его Эзекии перед лицом Господним, и молился Езекии перед лицом Господним и говорил: Господи,. Господи Божий Израиль, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех цар земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои. Возри и услышь слова Синахирима, который послал поносить живого Бога. Правда, Господи, Правда, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их и ныне. Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. Это удивить просто э, если вы были в духовной брани вы не можете не содрогнуться от слов царя языки он не раздавлен он не повергнут он э, сокрушает себя но сокрушает не м, словами рабсака а сокрушает себя потому что как он говорит в предыдущей своей речи, дети дошли до, утро, до выхода, чтобы родиться, родиться не могут. То есть теперь мне очень нужно, нужно, нужно подкрепление моей веры, а оно зависит только от тебя. Я верую всем своим сердцем, но сделаешь ты или не сделаешь, я не знаю. Я принес к тебе всю свою душу, мне некуда идти, Ты один у меня, ты одна моя надежда, мне больше некому идти, и ты можешь меня сокрушить под ноги рапсака, и благи, суды Твои, и ты можешь сокрушить рапсака под ноги свои, и это будет тоже твой суд, как скажут спустя недолгое время там. Может, лет через 150 скажут три отрока перед лицом царя Навухадоносора. Вот то, что ты видишь, царь, мы согрешили сами, согрешили, беззаконовали, неправдовали, и Бог сокрушил нас. Но это Бог сокрушил нас, а не ты. Это Он нас так за наши грехи, а не ты. И Бог, если хочет, может нас сокрушить под ноги твои. Мы этого заслужили. Но это Бог сокрушит нас, а не ты. И если Он захочет, то может не сокрушать нас и от твоей, твоего гнева и твоей гордыни избавит нас Бог. Вот эта мысль праведных людей, живущих в ту переломанную эпоху, когда нет ни э, изливающихся даров эпохи Давида, и праведников той эпохи нет, ни не изобилия, и богатства Соломонова эпохи, а все только поносят, поносят, поносят и поносят и праведника, и Его веру, и Бога, в которому верует. Вот в эту эпоху встать перед лицом Бога и сказать, Достойное по делам нашим приемлем, но я непоколебимо верю, Господи, что Ты можешь избавить меня от руки этих людей, яви силу Твою и славу Твою. Но, но сердце человек в молитве открывающегося перед Богом, в такой молитве, оно сжимается сжимается просто до какой-то микроскопической точки, потому что он знает, что все зависит от Бога. Вот это совершенная неуверенность ни в себе, ни в своей молитве, но абсолютная уверенность в Боге, она неизменно, имплицитно содержит в себе вот эту абсолютную уверенность что мы не знаем, как захочет поступить Бог. Люди, поносящие верующих, они даже не понимают этого. Но даже не понимая, они, возможно, тот, кто ими руководит, понимает это. И они э, глумятся над верующим как бы неверующим, как эту мысль передает Давид в псалмах. Где Бог твой? Где твой Бог? Ну, давай, покажи силу своего Бога. А верующий человек почти держать Бога за руку, почти повиснув у него на руках, почти прижавшись к его груди, знает, что Бог может сделать, все, что хочет, захочет, даст меня на растерзание, и это благо. Я знаю, что это благо, я просто не знаю, что Он захочет сделать. Я знаю, что то, что Он сделает, будет благом, будет добром, но я не знаю, что для меня в данный момент благо прижмет меня к своей груди покрепче и поразит всех врагов моих или поставит меня перед врагами моими, взирая, как мужественно я умираю. Это Он знает, а не я. Мы доверяем Богу, но мы не знаем исход того или иного события. Мы не знаем, какая у нас будет жизнь. Мы не знаем, чего Он там напланировал в этой жизни, сколько Он нам отмерил радости, а сколько отмерил горе. Мы не знаем ничего. Мы знаем только одно, что если Он поставил нас перед врагом, перед лицом врагов наших, которые будут убивать меня, это Его благо, Его сила, Его мужество и его утерпение никогда не оставят нас. А Он может прижать нас к себе и поразить всех врагов наших, являя милость и любовь свою. Так или иначе, это будет Его воля, и она будет благо, но неверующему никогда не понять вот этой э, упавшего, оборвавшегося сердца, взывающего Бог к Богу, непоколебимо веруя, что Он здесь, склоненный своей любовью и своей силой, просто я не знаю что он сейчас решит применить. И вот это доверие, это упование из безусловное, какое-то непостижимое совершенно упование, не очень редкое, оно было подхвачено руками его Бога, и только закончил Молитву Изекии только закончил, как э, отвечает ему Бог устами пророка исаи послал Исаия, сына Мосов, к Изекии сказать: так говорит Господь Бог Израилев: то, о чем ты молился мне против сына Херима, царя сирийского, я услышал: вот слово, которое изрек Господь о нем: призрит тебя смеется над тобой девствующая дочь Сион. Вслед тебе покачает головой дочь Иерусалима, кого ты порицал, поносил, на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои, на святого Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор на ребра Ливана и срубил рослые кедры его. Отличные кипарисы его пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его. И откапывал и пил воду чужую сушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что издавна я сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне, выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин. И жители их сделались маломощные и трепещут, и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порос на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли ты, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня за то, что ты, за то, что твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той уже дорогой, которой ты пришел. И вот тебе, языки и знамени, ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, на третий год сейте и жените, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их, и уцелевшая в доме Иудином оставшаяся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо в Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сион. Да, рабсок, войско Синихирим будет уничтожено, рабсок уйдет, изгинет в других местах, но вот это свидетельство Бог говорит ведь не просто о том, что беда кончится. Он открывает некую тайну. Все, что ты сейчас сделаешь, делаешь потому, что я этого хочу. Ты разрушил Самарию, потому что я предсказал это за 100-200 лет до этого, что ты придешь и разрушишь. Ты разрушил какой-нибудь там иной город до того. Это все было предсказано мною, что ты это сделаешь, потому что эти города не чли закон Божий и правды человеческой. Все, ты, что ты делаешь, ты делаешь, потому что я тебя сюда прислал, но на этот город я тебя не присылал. Поэтому будь осторожен и не возносись, ты всего лишь орудие в моих руках. Ты можешь быть пером, можешь быть кистью, можешь быть музыкальным инструментом, можешь быть мечом и молотом, но это мои руки тебя опускают и поднимают. Я могу выбросить тебя в утиль, могу сделать тебя славным, но не тебе этого решать. Ты исполнил то, что предначертано, теперь уходи, потому что взятие этого города мной не предначертано, не ты его возьмешь, другой – но не ты и к тому времени, когда он возьмет, ничего не останется от той славы, которой ты сейчас гордишься. Ты воз... Воз... возомнил себя кем-то великим, хотя лишь был в великих руках. За гордыню взыскивается множество, и от тебя не останется ничего. Придет другие великие, которые разрушат твою силу и мощь, не оставят камни на камни сами, в свою очередь, вознесутся и исчезнут в следующем поколении. И так будет со всяким, кто забывает, что он лишь кисточка в Божьих руках, лук в Божьих руках, меч в Божьих руках или перо в Божьих руках. Как только он забывает об этом, и сердце возносится и гордится, он погибает. Не человек Решает эти вещи. Не человек решает, что ему сочинить, или что ему написать, или что ему совершить, или кого ему сокрушить, или кого ему наказать. Бог решает. И горе человеку, который этого не знает, и начинает возноситься и гордиться Он погибнет. И блажен человек, понимающий, что он есть раб и служитель Божий, и через него Бог творит то, что хочет сотворить. Но дальше происходит, в 20 главе описывается удивительная история. Я часто о ней рассказываю, это удивительная история милости Божией. Каждый человек должен знать ее и жить свидетельством этой истории. 20 глава 4 книги царств. В те дни заболел языки Смертельно и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ты умрешь, ты и не выздоровешь ибо ты умрешь, ты и не выздоровешь И отворотился Иезекия лицом своих самих стеней и молился Господу, говоря, О Господь, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верою, верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Иезекия сильно. Иса еще не вышел из города, как было к нему слово Господне, возвратись. И скажи, языки владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, Отца Твоего. Я услышал молитву Твою, я увидел слезы Твои. Вот я исцелю Тебя, в третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю к дням Твоим пятнадцать лет, и от руки царя сирийского спасу Тебя, и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». Вот такое удивительное дело воистину, блажен царь Изекий. Пророк сказал, воля Божья, ты умрешь. Изекия заплакал сильно, заплакал, и Бог тут же отменил свое решение. Мы помним, как пророк Илья изрек волю Божью об Ахаве, ты э, на твоих глазах истребится весь твой род, и ты умрешь. Ахав не заплакал сильно, он просто испугался сильно, зная, что исполняются слова пророка Ильи, смирился и посыпал голову свою пеплом. И Бог отменил: живи, пока не умрешь, потом уничтожу род твой. Бог может отменить слово свое. Может. Даже в отношении Ахава, а уж тем более в отношении языки. Часто приходится слышать, что вот, а мне сказали врачи, или мне там какой-то божий человек, или не божий человек, но какой-то почитаемый за Человека ясновидящего или пророчествующего, или батюшка в церкви, вполне себе может даже и старец, он сказал, что я умру. Может быть, да. Но если ты будешь плакать сильно и просить Бога о милости, то она явится. Не отчаиваться надо, вот здесь из Киев, сказал пророк один из величайших пророков мира, сказал ему слова, а он всегда говорит слова Божьи, они всегда сбывались. Надо просто понять, что все приговор окончательный обжалованию не подлежит. Но Иезекия заплакал сильно и стал взывать к милости Божьей. И Бог жалился и поверг Исаи посмеяние определенным, что вот так может быть, человек этот умолил меня, иди и скажи, что будет иначе. Никогда нельзя отчаиваться, никогда, кто бы что нам ни сказал, надо принять это как некий приговор – и пойти плакать перед Богом, зная, что даже собственный приговор Бог может отменить. Ибо нет любви и щедрости, нет такой любви и такой щедрости, которая могла бы превзойти Его любовь, милость и сострадание к нам.